Ну, почему я решила съехать в Италию? Когда в Украине произошел, не в Украине, а в Советском Союзе произошли все перемены, вот, оказалось, что наши счета, которые были в Сбербанках, они погорели, и мы остались без денег. Совсем ничего. Ну, я зарабатывала, муж зарабатывал для того, чтобы как-то прожить. Но, допустим, дочери я не могла ни в чем помочь. Что-то купить уже в квартиру, там одеться, обуться, все это было очень сложно. Вот было обидно, что осталась на улице без работы, без ничего. Уже э, после сорока ты никому не нужен, и никто тебе и так помощи не окажет, и работы нету. Сона Винута примадетуто пертирарем подикин суламие фамилие перкеиоера. Дона ке вивео да сола перми колмие двие филие. e ho capito che non posso fare niente per il loro futuro. Non c'è più né lavori che danno si, eh, sicurezza della vita, non c'è più, eh, non so, quello che abbiamo avuto noi dal gioventù, fino ai 90, eh, abbastanza felici, contenti, diciamo, tranquilli. Dopo si è aperto il confine, noi abbiamo saputo tanto di voi, voi anche di noi. In questo momento è molto più facile per le nostre donne, perché ci sono documenti. документы э, дают право нам на выходной день, на время отдыха. И уже и сами итальянские люди, они уже понимают, что это нужно дать. Раньше этого не было. Это было тяжело выбить себе выходной день. Это было дополнительные часы выходные. Вот тебя зарядили на 24 часа. Они говорят, мы тебе деньги платим, мы тебя кормим, и ты работай. Я понимаю их, я понимаю, что они платят, что они взяли нас в свои семьи, что они нас кормят, но отдых какой-то должен быть. Невозможно 24 часа в сутки работать. Лонтану для моей филии он висел очень безнадежно. Вообще, первые один-два года я не смогла даже разговаривать с ними. Я чувствовала в их глазах, что мне нужно все. Пасато, уже больше четырех лет, но я помню, они были очень сильными. Они были очень сильными. Они были очень сильными. Они были очень сильными. Они были очень Они были очень сильными. Они были очень сильными. Они были очень сильными. Они работа, очень сильными. Они были очень сильными. Они были очень постоянном контакте. Это очень утомительно. Во-вторых, это забота о другом человеке. То есть это постоянно женщина дает, 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 дает. И это приводит к двум таким масштабным последствиям. Во-первых, у нее формируется, может формироваться депрессия. Она может попасть даже даже до психиатрического стационара после работы в Италии. в связи с таким эмоциональным состоянием женщин, которые возвращаются с заработков в Италии, в профессиональных кругах психотерапевты называют это даже итальянский синдром. Многие женщины и сейчас хотят поехать в Италию, хотят поддержать свою семью, поддержать своих детей, ну, я, что я могу посоветовать? Ехать можно. И ехать нужно, когда чувствуешь, что ты поможешь, что ты выучишь детей, что эти деньги пойдут. Но жалко, конечно, что если кто-то уедет и распадется семья, кто-то потеряет детей не в смысле, что потеряет, а вот эта э, связь, семья распадается. Вот это очень жалко. Но, тем не менее, пока на сегодняшний день э, нашу проблему, нашу женскую проблему, особенно кому за 40, мы можем решить только таким путем.